Тебе что, заняться нечем? Умер! Где-то здесь прячется убийца! Еще бы один удар! Сегодня все мы войны! Великой Матери! О наших погибших! Мы добились того, чего хотели. Захватчики Меридиана сейчас обжираются на своих пирах. Никакого стыда. Thank you.
чей-то труп. Один из наших тут умер. Враг здесь! Слава великой матери! Я знал, что она скоро всегда побеждает! Нас атакую! Была великой земли! Великой матери! С лагерями разобрались. Теперь Железное кольцо. Враг укрылся за высокими стенами. Нам придется лезть по ним. Возможно, под огнем. У меня другая идея. У них есть слабость. Я пойду одна и туда ударю. Если получится, я пробью в этих стенах такую дыру, что пройдет все наше войско. Было бы хорошо. Только я пойду с тобой. Вождю следует радоваться двум стрелам, которые так рвутся вылететь из лука. Да, Варл, пойдешь с Элой, поможешь ей, но будь бдителен. Да, вождь. Слушаюсь. Идите. Мы ждем от вас знака.
У тебя ведь есть план? Ну, ты же за мной пошел. Даже в руины. Неужели ты мне не веришь? Верю. Но откуда ты знаешь, где слабое место? Терпение, Варя. Скоро поймешь. Тот, что справа, твой. Так что слева. Подумай, друг. Мы так долго сражались с машинами, а ведь они все это время могли служить нам. Еще двое. Твой тот, что слева. Вот. Видишь то хранилище? А ты видишь тех демонов? Соберись, Варл. У них в хранилище огнежар. Его там очень много. Если взорвать, ни от этих машин, ни от стены ничего не останется. И тогда наши воины ударят. Отсюда не достать. Подойдем поближе. Я подойду. А ты назад. Изложи Соне план и проведи их на ту сторону. Хорошо. И когда стена рухнет, я первым войду в пролом. Осталось только этот план воплотить. Если сделаю это по-тихому, будет гораздо проще. И выстрелить. Отсюда уже можно стрелять в огнежар. Проснись.
осторожней! Отошибли все! Богиня, узри нашу победу! Кровь пролита за кровь. Запомните этот день войны. Твои слова до богини в уши. Да, запомните. Готовимся уходить отсюда. Стрелы и копья бросьте гнить в телах убитых. Все равно их уже ничем не очистишь. Все кончено. Больше они не пугают. Убийцы, зараза. Это все части одной тайны. Куда ведет след, туда и я. Богиня укажет нам путь. Я уверена. Я сама виновата. Надо было сразу уйти. Ты, значит, Элой. Я наслышана о тебе, героиня злости беса. Были и другие. Я не одна. Ты Морея? Можешь указать путь к Меридиану? К столице Карха? Она к западу отсюда. Но их воины остановят тебя задолго до нее. Пусть попробуют. Я не о том. Тебе нужно пройти через перевал, и там стоит форт Карха. Говорят, Карха закрыли границу, чтобы не пустить к себе зараженные машины. Если я перебью больные машины, границу откроют? Возможно. Но я не пошлю с тобой воинов. А зачем они мне? А ты справишься? Сама, в одиночку. Я хорошо стреляю. Надеюсь, что настолько хорошо. Так форт к западу отсюда, а за ним Меридиан? Да, форт рядом с брошенной деревней. Он зовется Солнечной башней. А что за деревня? Ее название уже никому не важно. Я там родилась. Что там случилось? Война. Очередной красный набег Карха. Мне тогда было 15, я убежала. Другим не так повезло. Племя Норы отступило сюда, к венцу матери, а долину оставили им. Даже сейчас, после войны, долина служит для Нора рубежом между нами и Домом Солнца. А далеко пошла зараза? Я видела больные машины на краю долины. Говорят, они попадаются и на юге тоже. Зараза, где бы ни была, действует не только на машины. Она обжигает плоть и отравляет раны. У больных машин есть слабые места? Огонь вредит им сильнее, чем обычным машинам. И на том спасибо. Одна богиня теперь может нас спасти. Надо понять, что это, и тогда бороться. Матриархи решили, Элой. Будем обороняться и молиться богине.
Венец матери на границе священной земли. Тут часто бывают чужаки. Да. Не в самом поселении, конечно. Там, в долине. После войны иноземцев стали пускать в долину, и мы можем торговать, если хотим. Это вроде бы уже не чужие владения, но еще не священная земля. Если интересно, загляни в приют охотника. Это горстка жалких лачуг и шатров, но у иноземцев там перевалочный пункт. Наверное, там можно расспросить про меридиан? Ты командуешь тут обороной? Сона мне помогает. Хотя и лучше бы отдыхать. Но разве ее заставишь? Венец матери хорошо защищен. Во время войны он выдержал 15 штурмов, отбил 3 осады. Мы выстоим. Не надо равняться на былые победы. Опасно для жизни. В свое время я тоже победила на инициации. Как и ты, я сперва отставала, пришлось срезать путь. Еле дошла с переломанной лодыжкой. Это не инициация, все взаправду. Ты не понимаешь. Я сама сюда попросилась. Защищать венец матери. Это моя награда. Я готова отдать все ради славы племени. Если надо, и жизнь. Ну, я пойду. Ладно. Будь осторожна, Элой. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Избавь машину от заражения. Чисти. Я сама виновата. Надо было сразу уйти. А, надеюсь, ты за покупками. Мне нужны осколки. Я иду к границе. Ты торговец? Что тебе известно о Кархе и их столице Меридиане? Я не покидал священную землю. Но время от времени я торгую со странниками Карха. Они задаваки, вечно строят из себя. А про Меридиан они болтают без умолку. Город на плоскогорье, с высокими башнями, устремленными в небо. А как они смогли построить такое чудо? Рабы строили. А новый король отменил рабство. Видать, справедливость он ставит выше красоты. Ну, я пойду. Желаю удачи. Спасибо, пригодится. В другой раз не забуду о том, что говорят матриархи. Закутывает эти машины, как облако. Нужно их уничтожить. Пламя горит жарче обычного. Пламя! Оно ее поглощает! Брошенная деревня, о которой говорила Морей. Сплошные развалины. Надо поговорить с солдатами в форте Карха. Может, теперь меня пропустят?
Там сражение? Кто-то напал на форт Карха? Это демон. Уходи! Эти машины опасны! Поистину улыбнулось солнце. Это не солнце рисковало тут шкурой. Ну? Теперь-то вы меня пропустите? Ха-ха-ха! Вы слышали? Откройте ворота! И сообщите капитану Балану! Куда ты направляешься? На запад! Башням. В Меридиан! Открыть ворота! Путь разбитых камней всегда был тяжел, даже в лучшие времена. Тебе бы поговорить с капитаном Баланом. Он только-только из Меридиана. Ищи его в форте, слева на балконе, что выходит на долину. Ладно, спасибо. Что ты, это тебе спасибо. Ты избавила нас от машин. Храни тебя свет.